Так, снова всем здрасте. Сразу же смотрим следующую карту. И опять она лесная, к сожалению. Ага, уже вижу интересный ПДА, хороший ФПС и... Да, все нормально. Ух ты. Это уже все куплено. Я думал, поделено на участке, а это дорога, оказывается. Техники нема. Точки продажи, конечно же, одна. Щипа 163, доски 1600, смола 1600. Нормально. Контрактов нету. А, ладно, пешком прогуляемся. Так даже быстрее будет. О, опять эти подъемы, блин. Ну, в принципе, подъемы не такие. Что это за зона? Что тут написано? Это гора, наверное, какая-то. А, это про мост информация, кстати, да. Хоба. Так, ну что, погнали дальше сразу. Ну, раз лесная карта... Прям ожидать от нее чудес не стоит, но она выглядит необычно, я скажу. Мост, считай, такой мост я первый раз тоже вижу. Надо будет обязательно по нему пробежаться, посмотреть. Еще одна. Гребаные сопли. Ну давай, с ускорением тогда. Опять же, дороги, как в предыдущей карте. Просто их нарисовали, то, что они есть, и все. Так, куда это мы сейчас побежим? Давайте в самую глубь пробежимся. Ну, я думаю, там ничего не изменится. Да. Кстати, на лес смотрю, и вообще ничего не лагает. Ну, буквально небольшие просадки есть, но это нормально. Че за хрень? Иди в жопу. Ну, вот это нормально. Так, а поезда нету. Блин, где-то я эту дорогу видел. На какой-то русской карте причем. Да-да-да-да-да-да. Ух, нихрена тут мост. Ну-ка. Я могу замедлиться? Офигеть тут вид. Трафика, по-моему, нету. Ну-ка. Так, подожди, надо вот так вот встать. Вот так высота. Я прыгаю. Ну-ка. Можно сделать так. Ладно, это я за кадром сделал, чтобы вас не напрягать. Так, не чихать. Магазин, опять же, похожий с одной карты. Отбойники, отпустите меня, дайте я пойду дальше. Квадрат это, скорее всего, место, где можно базу организовать. Да, эта дорога где-то точно была. Ну, тупо можно гаражей наставить. Супермаркет. О, кстати, знакомое место. Это же скиты яски выдернут. Точно. Да. Блин, прикольно. Никогда не подумал, что в таком месте окажусь на ферме. Лежачий тут также есть, да? Да, есть. Ну, выглядит, конечно, не так, как ИТСки, но прикольно. Ну-ка, если освещение немножко поменять. Нет, все равно в ИТСке освещение по-другому работает. Или может гамма, или цветовой баланс. Да что? Так и хочется чихнуть. Так, пробежимся под картой. Ну, я не думаю, что там что-то будет. Так, где там дорога-то? Что-то вода на этой карте так низко находится. Странно даже как-то. Ну, вода, смотрите, какая мелкая. На некоторых как смотришь, она как-то такая прям огромная кажется. А здесь она, видите, такая даже зернистая. Какая должна быть, по сути.
Так, фарм. А, вот вы имеете в виду, что... Типа это моя база. Домик даже есть. Модовый, что ли? Чуть первый раз такой вижу. А, его и продать нельзя. Так, скорость под минимум. Под минимум, я сказал. Ух ты. Нет, этот дом я первый раз вижу. Посмотрим, как американцы живут. Ага, это, наверное, рабочий стол автора как раз. На какой черт ему столько? Ну-ка, че он там? По-моему, он как раз эту комнату моделировал. Так, Steam открыт. Сейчас с кем-то говорил. Google. А, это не Google, Outpost. Это, по-моему, Firewall. 2016, что ли, по-моему, там, или, блин, не разберешь, короче. А, это... Непонятно, но это какой-то редактор. Рок слушает. Нет, это не американский дом, раз розетка европейская. Офигеть, это же 3D-модель. Слушай, дом, кстати. Блин, дом классный. Ванна, комната. Сидишь, срёшь, а тут... Эх, окна не открываются. Винтовая лестница тоже классно. Еще бы... Блин. Подняться бы на ней. Зашибись, ну ладно. Да блин, меня вообще не отпускает. Как на ней подниматься-то? Не, я не могу подняться. Ну вот, тогда сделаем попроще. Второй этаж. Однокомнатная кровать. Ух ты, тут даже балкон есть. Блин. Прикольно, слушай. Попасть надо. О, и обои прикольные. Что-то картины везде такие, скажем так, староваты. Да, вид неплохой. Ладно, что-то мы засмотрелись на этот объект. Заправка. А что она в таком месте находится? Блин, в таком месте, что меня не отпускать даже. Понятно. А здесь как? И здесь также круто. Автор, исправь. Лесопилка. А, Global Company. Не работает. То есть это лесопилка а-ля продай доски и все, да? Ну, точнее, древесину. Что, вы здесь что ли продавать? А как здесь продавать-то? Неудобно же. Или здесь продавать? А, просто не видно триггера. То есть сюда заезжаешь, выгружаешь и... А, любимые палеты. Тут что у нас под картой? Не, карта прикольная. Есть небольшие косяки. Ну, по плане перемещения быстрого. А так все, в принципе, прекрасно. Че тут? Исторический вестерн. Понятно. Блин, вот там база. А, ну я ж там был уже. А давайте напоследок. На дно. Бульк. Понятно. Вода здесь мертвая. Вот такая вот карта. Опять же, лесная, так что я не жду особо просмотров по этой карте. А на этом все. Всем пока.